Доброго дня, подписчики моего канала. В этом видео я буду перерабатывать золотые часики, которые мне передал Сергей, если кто помнит. Также не так давно он мне передал еще драгоценный материал для переработки, но это уже в следующем видео. Вот эти вот деталюшки советские. Получится, наверное, достаточно неплохо. Сейчас даже обозревать ничего не буду с ними. В этом видео только про часики золотые. Также он мне вот передал осадок с золотом уже. Он сам этим несколько раз пробовал заниматься по моим видеообзорам. И вот сколько получил золотишко. Ну, в квартире много не наделаешь. На балконе, говорит, делал. У него не частный дом, поэтому сильно там не разгуляешься. Так, вот они, советские часики золотые. Тут написано сейчас, вот АУ, что-то плохо видно, 10, АУ 10, это, наверное, 10 микрон, я так понимаю, покрытие. 7 корпусов от советских часов ненужных, накопил, наверное, за годы. Здесь написано тоже АУ 10, золото покрытое. Ух ты, а здесь вот написано АУ 20, то есть это более, наверное, толстый слой вот на этих часах. Более толстый слой покрытия. Короче, перейду сразу к делу. Эти часики я сейчас буду травить в царской водке сразу. Наливаю сейчас соляную кислоту сперва, грею и буду добавлять небольшими порциями азотную кислоту. Кидаем часики сюда. Также вот серьга, покрытая золотом тоже. Так, ну, не сильно много материала. Плавить в этом видео я не буду и в следующем тоже. Я из этого материала, что в этом видео золото, выделю и поймаю этот осадок на фильтре. И в следующем видео из вот этих радиодеталей потом все это на одном фильтре поймаю и вместе с этим осадком сразу сплавлю, чтобы получился один цельный нормальный кусочек. Так что это будет в третьем видео. Считайте, что это трилогия такая. Трилогия не последняя. Как Сергей сказал, у него еще много этих деталей разных. Так что еще будет куча видеосъемок разных. Себе я ничего не беру, сразу говорю, даже и грамма. У меня есть хорошие показатели с камушками, поэтому я, в принципе, этим не занимаюсь. Это, ну, просто человек, мы с ним так разговорились, сдружились, поэтому ему бесплатно делаю. Сейчас буду травить в царской водке, как сказал. Так как у меня теперь есть вытяжной шкаф, эту кастрюльку сейчас сразу в вытяжной шкаф закину. И вот эту сетку тоже, которую я подготовил. Для чего? Когда мой материал, так, сюда уберу пока, позолота сверху растворится, я быстренько прям внутри в вытяжном шкафу все это через сетку пропущу, то есть перекину с посуды сюда. Все эти крупные деталюшки корпуса задержатся на сетке, а раствор, который там будет, пройдет сквозь сетку и сюда попадет, в чашечку. Остынет там, потом я промою корпуса водой и буду упаривать раствор в 5-литровом стакане. Обратно все в него перелью. Сейчас у меня есть вытяжной шкаф, и я могу просто наслаждаться работой. Выпаривать растворы, то есть не травиться, а их лучше выпаривать перед восстановлением железным купоросом или пиросульфитом натрием. Так как вы методом выпаривания избавляетесь от царской водки, которая внутри находится. Так, наливаю соляную кислоту. Сейчас перчаточки надену. Много лить соляной кислоты не надо. Вот шприц набрал, хватит. И ставлю на плитку. Азотку пока добавлять не буду. Пусть чуть-чуть подогреется вот эта кислота. Накрываю крышечкой и ставлю на плитку в свой
вытяжной наношкаф. Прошло минут 10 и пришло время добавлять азотную кислоту. Раствор еще не закипел, но сейчас пойдет реакция, и в принципе он быстренько начнет сам кипеть. Добавляем немного. Так, добавляем чуть-чуть. Смотрим вот уже. Вот так вот хватит. Все. Так вот пойдет. Реакция началась, видите? У меня кислота не техническая на этот раз. Чистая. Ну, вот реакция пошла. Кипит, шипит. Вон. Разумеется, красота. Этими парами хоть не травлюсь тут, как раньше было. И сейчас самое главное не упустить этот раствор. То есть долго не ждать. Сейчас он покипит вот так вот минут 10-15. Можно будет перед тем, как начать фильтровать это быстренько, через сетку пропускать, быстренько добавить чуть-чуть еще азотной кислоты перед фильтрацией. Так как деталюшки состоят из латуни, бронзы, скорее всего, то есть латунь, а в латунь добавляют олово, так что латунь спокойно может восстанавливать золото, которое сейчас в поверхности быстренько растворится и может выпасть в осадок часть. Поэтому добавляем азотку перед фильтрацией. И горячий раствор пропускаем сквозь сетку быстро. И если можно, даже сразу можно и промыть. Но у меня тут, в принципе, есть гнездо вот для руки. Я постараюсь промыть эти детали. Но снимать это стекло не буду, чтобы не травиться этими. Вот видите, бурые пары выделяются. Если это все открыть сейчас, это все на меня пойдет. Так, ладно, дело пошло. Через 10 минут буду уже снимать. Прошло еще минут 10, я все вытащил. И вот, по-моему, только на одной деталюшке немного не растворилось золото. Но я кину, при выпаривании она растворится, эта маленькая деталь. Промываем вот так вот и смотрим. Золотые чешуйки тоже есть. Тут ты с этой кастрюлькой. Так. Так, вот так вот промываем. И смотрим, что ничего не задержалось. Часами плохо работать. Золотишко с поверхности очень плохо растворяется. Слабо. Так. Ну так вроде все растворилось. Деталюшки покрылись, вон, блин, видите, таким вот пурпурным осадком, то есть золотом. То есть золото с поверхности растворилось в начале, и потом начало восстанавливаться на поверхности этих деталей. Короче, пацаны, я все обратно сюда перелил и часики бросил, а все потому, что у меня выделился осадок золота от этих часов. Как я уже говорил в начале, эти корпуса сделаны из латуни, а в латунь добавляют олово.
А олово прекрасно восстанавливает золото. И единственный вариант — это все растворить полностью, что я и буду теперь делать. Надо было сразу так сделать и не париться с этими фильтрациями. Пусть так стоит, я даже крышку накрывать не буду. Он будет испаряться, заодно уже вон там шипит, растворяется часть латуни этой. Они уже практически наполовину растворились. Также выделяется осадок золота, вон видите, он темный, это золото. Но под конец, когда вся латунь растворится, золото сразу растворится тоже. Потому что это золото в виде мелкого порошка выделяется от самого олова. Так что имейте в виду, та неудача с компьютерами, возможно, все золото вот здесь находится. Вот здесь, вот на этом фильтре. Прошло некоторое время, уже минут 40. Некоторая часть раствора выпарилась. И все, что могло раствориться, уже растворилось. То есть остатки этой латуни, корпуса полностью растворились. И начал выделяться немного белый мутный осадок такой, творожистый. Это грязь. Это может быть и карбонат меди. Хотя в растворе присутствует кислота, это вряд ли карбонат. Просто, наверное, латунь растворялась там. Всякие эти добавки, короче. Это может быть и олово, и грязь. Ну, короче, вы поняли. Я думаю, у всех вот эта вот ерунда вылазит, муть. Ну, ее не так много, не страшно, короче. После фильтрации все задержится на фильтре. Раствора будет не так много. Литр-полтора будет максимум. Это с водой вместе. Короче, пусть он вот так у меня выпаривается еще часа полтора. Потом я сюда добавлю воды, прокипячу его, чтобы он закипел и хорошо фильтровался. И можно будет начинать фильтровать. Я уже все подготовил. Прошло некоторое время. Раствор уже весь выпарился. Уже начала кипеть соль. Вспениваться. Это говорит о том, что раствор настолько уже упарился, что там кроме соли, то есть купороса, уже ничего нет. Вся кислота и вся вода выпарилась. Вот. И пришло время добавить воды. Добавляю воды. Все растворилось. И пусть он теперь подогреется. Сейчас. О, господи. Бурда как реагирует. Буду добавлять до 500 миллилитров. Так, я вот добавляю, у меня выделилась муть. Это говорит о том, что концентрация кислоты настолько низкая в растворе, что выделился карбонат меди. Тогда надо чуть-чуть добавить, сейчас все, хватит. Чуть-чуть все-таки кислоты. Можно добавить даже соляной кислоты, не обязательно азотной, чтобы он снова стал прозрачный. Добавляю кислоту. Ну вот видите, он сразу становится прозрачным. Вот. Я добавляю соляную, чуть-чуть добавил пару капель. То есть очень классно выпарил. Все просто насухо выпарилось. Я же говорю, там кипела одна соль. Вот помутнел, сейчас снова станет прозрачный. Так, я вот так вот помешаю. Так, еще добавлять надо. Еще добавить чуть-чуть. Я добавил совсем немножко. И пусть он закипит у меня. Сейчас еще добавлю. Вот
добавил где-то пол шприца соляной кислоты. Так, мешаю. Ну вот он стал прозрачный снова, только очень густой. Надо добавлять еще воды. И пусть закипает у меня. Пусть закипает. Так, воды надо добавить еще. Вот так вот. Так, ну пока хватит. Вот так вот все. Теперь пусть закипит. Прокипит у меня. И я его оставлю уже, пусть остывает, а завтра утром начну его фильтровать. Выпадет ненужная муть какая-нибудь, если там будет. А все, что нам надо, останется в растворе. Наступило утро следующего дня. Вчера я выпаривал свой раствор и сказал, что на утро буду его фильтровать. Подготовил фильтр еще вчера свой. Это железный купорос я набрал, чтобы выделить золото. Но планы поменялись. Немного планы поменялись мои. Почему? У меня за ночь выпал золотой осадок. Смотрите. При этом я сюда ничего не добавлял. Ни железный купорос, ни пиросульфит натрия, ни хлорное олово. Почему это произошло, я вам объясню. Вчера я выпарил свой раствор насухо. У меня даже выделилась соль, карбонат меди, в том числе и золото тоже вперемешку, разумеется, если карбонат начал выделяться. Потому что я настолько его выпарил, что там даже и одной капли кислоты не осталось. То есть это соль кипела, просто соль, соль раствора, то есть купорос. Настолько я вчера выпарил этот раствор. Потом я добавил воду, у меня все сразу растворилось. И выделился карбонат этого раствора. То есть всего, что там растворялось, в том числе и олово. Потом я добавил, самое главное, соляную кислоту. Так вот, соляная кислота растворила этот снова осадок, который выделился у меня, такой карбонат этот. И золото, вероятно, из-за этого и восстановилось. Потому что здесь олово присутствует в растворе много. Поэтому золотишко все выпало. Мне вообще его не надо фильтровать. Единственное, я не знаю, все золото выделилось или нет. Поэтому я подготовил немного железного купороса. Сейчас я налью в этот раствор. Дам этому раствору постоять несколько дней. Потом вверх солью при помощи обычного шприца. И все золото будет на дне, которое посмотрю, нужно ли будет растворять его или фильтровать и ловить уже на фильтре. И уже ждать следующей партии, где также я выделю все остальное. Но там буду применять другой метод. Вы посмотрите, какой. И потом уже буду плавить все это. Ладно, добавляю сюда железный купорос. Потому что я не могу быть уверенным, что все мое золото выделилось. Так. Беру железный купорос, добавляю. Возможно, все золото не выделилось. Так. Так, я добавил железный купорос. Добавил. Все. Раствор потемнел. Пусть теперь стоит. Я его фильтровать не буду. Так. Все помутнело, все потемнело. Кстати, осадок может сейчас выделиться более темный такой, коричневый. Почему? Потому что я его из раствора выделяю, часть золота. А та часть, она вчера же грелась, кипела в горячем растворе, она как бы протравилась, стала чистой. Поэтому осадок такой коричневый, то есть желтый, очень чистый. Все, воду добавил. Осталось подождать пару дней, и осадок будет на дне. Прошло пару дней, осадок весь выпал на дно, вот он. Сейчас при помощи шприца солью вверх.
и покажу осадок, сколько получилось. Уберу осадок в этот стаканчик маленький на хранение. Если понадобится, его растворю и снова восстановлю. Потому что там может быть и грязь. Фильтровать ничего не буду. Сейчас просто аккуратно вверх солью большую часть раствора, как я уже сказал. И сколько там останется, немного раствора с осадком перелью в тот стаканчик. Вот он осадок этот наш коричневый. За 2 дня весь осадок хорошо сел на дно. И получается просто прозрачная медь, которую можете вылить сверху. Если сомневаетесь, что все золото выпало, можно в этот раствор еще добавить немного железного купороса. Так, берем стаканчик сюда, все это переливаем, пересыпаем. Надо будет снова все растворить. Это черновой аффинаж. Ну, золото получилось нормально. Вот он и осадок, смотрите, тяжелый. Сейчас покажу вам быстренько. Основной, который выпал от этих корпусов, когда они растворялись. Вон он, видите? Вот. Вон он осадок. Желтенький. Ну, я промыл стакан, хорошо промыл водой. Ну вот и все, весь осадок у меня здесь, в маленьком стаканчике. Главное, избавился от ненужного раствора. То есть вот сколько, целый, наверное, килограмм, блин, меди. Пусть осадок выпадает на дно. Я аккуратно потом солью вверх. И буду растворять это в царской водке снова. Уже получится хороший такой концентрат, более чистый. Прошел еще один день. Я слил ненужный раствор меди также при помощи шприца из этого стаканчика, куда перелил весь осадок золотой. Вот оно, это золото, коричневый осадок, видите? Это все золото с тех часов, сколько есть. Ну, нормально получилось. Но оно грязное. Вот этот осадок. Видите, сколько? Хорошо получилось. Вон они. И я сейчас этот осадок снова буду растворять в царской водке. Наливаю соляную кислоту. Полностью всю медь я не отфильтровал, но это не страшно. Если я из того раствора выделил золото, то из такого уже это вообще просто проще простого будет. Это достаточно чистый раствор считается уже. Будет считаться. Так, соляную кислоту налил и чуть-чуть наливаю азотной. Примерно так же. Ну все, пойдет. Пока пойдет. Я налил. И ставлю на плитку. Дело пошло, прошло минут 10, раствор уже почти закипает, его мало, вон он уже шипит, почти уже все растворилось, потихоньку выделяются бурые пары в стаканчике, и я подготовил за это время фильтровальный аппарат, так называемый. Ну, как всегда, через сетку буду фильтровать, обычная сетка, обычная бумага, одноразовая посуда в виде бутылки. Мой раствор уже остыл. Получился вот такой зеленоватый мутный раствор, в котором содержится золото. Весь осадок я растворил. Он растворился очень быстро.
и начинаю фильтровать. Так, сюда переливаю, и пусть фильтруется. Так, ладно, сейчас фильтрация пойдет. Так, она уже началась. Капельки начали скапывать прозрачные первые. Это хорошо. Не придется переливать туда-сюда. А то такое бывает, что начинается. Вон, капельки капают прозрачные. Покажу. Раствор фильтруется чистенький, видите? Хорошие капельки идут. Так, ладно. Так как здесь кроме золота ничего нет, я растворил эти часы. Там нету палладия, платины и других металлов, которым железо повредит. Буду применять железный купорос. Если бы тут был палладий в достаточной концентрации, то тогда я бы применял пиросульфит натрий. А так можно применять безвредный железный купорос. Он себя хорошо проявил. Ну ладно, он отфильтруется, и я уже покажу, когда все закончу это делать. Он будет еще фильтроваться, возможно, минут 30. Прошел один день. Вчера я начал фильтровать этот раствор под вечер. Он у меня отфильтровался. Я хорошо промыл фильтр водой на несколько раз. Видите, чистенький. Решил с утра это дело начать. Вот сколько получилось чистого раствора зеленоватого, в котором содержится золото. Так, наверное, переливать не буду в этот стаканчик. Не обязательно. Берем шприц. Достаточно, знаете, одного шприца железного купороса. Это железный купорос. Вот у меня, видите, кристаллы. А это просто медь. Похожий цвет, что я сливал тогда раствор. Так, набираем железный купорос. Ну вот и все, одного шприца хватит на то количество золота, что тут есть. Так как тут кроме золота ничего другого нет, то применять буду, разумеется, железный купорос. Лучший реагент для золота. Ну, это спорный вопрос, какой лучший. Мне нравится пиросульфит натрий, тоже он прекрасно восстанавливает, только дает вонь. Также и хлорное олово хорошо восстанавливает. Сделал фильтр, на котором буду потом ловить осадок. А также в следующем видео, где я выделю золото из вот этих деталей, я тоже потом поймаю на этом фильтре, поэтому в этом видео плавить не буду. И сплавлю тот уже осадок, который Сергей сам получал. Так, берем железный купорос и добавляем сюда. Ну вот и все. Вот вам вся арифметика. Ну вот все, реакция произошла. Все помутнело. Золото выделилось. Вот. Вот наше золото. И очень чистое, хорошее. Я еще добавлю шприц, еще один специально. Потому что я раствор не упаривал, этот именно. Кто знает, может там царской водки много. Ну, я в этом сомневаюсь, он уже плавает, осадок крупный. Ничего себе, уже осадок выпал на дно. Вон, смотрите, вон видите?
Вон. Моментально как. Ничего себе. Вот это да. Вы смотрите, какой крупный осадок. Я только добавил его. Смотрите уже. Видите, какой мощный реагент. Железный купорос. От кого вы узнали это первые? Разумеется, от меня. Потому что я давно его применял, но потом как-то стал применять пиросульфит натрий. Ну, там тоже пиросульфита натрия есть свои преимущества. Он гасит азотную кислоту, видите? Но если у вас вот такой материал, или, к примеру, вот такой материал у вас, вот такой, то можете сразу применять железный купорос. Потрясающий реагент. Вон. Золотишко. Крупное. Ничего себе. Я вообще, блин, в шоке немного. Так, быстро. Очень тяжелый и крупный осадок. На этот раз раствор чистый, золото металлическое, прям чистое плавает сверху. Так что по второму разу применять железный купорос — это просто святое дело. Быстрее, чем железный купорос и хлорное олово, реагентов, по-моему, для золота нет. Они быстрее всех восстанавливают его. Осадок уже пересыпаю. Вот, видите, коричневый осадок, вот он. Чистое золото. Получилось нормально. Сергей будет доволен. Ну еще бы. Ни рубля не вкладывая в химреагенты, и получить просто уже слиточек, любой будет довольный. Так, эти деталюшки тоже в следующем видео буду перерабатывать. Я еще подумаю, как перерабатывать. Наверное, в следующем видео об этом и буду говорить. Об этом ничего не буду. Про них говорить. Ну все, можно даже не ждать, начинать прямо сейчас фильтровать раствор. Золото уже выделилось, причем большая часть выпала. Наливаю вот так вот и жду. По чуть-чуть буду добавлять. Осадок задержится весь на фильтре. Уже покажу, когда все отфильтрую. И покажу осадок. Промою водой. И пусть пока этот фильтр. Использую специально пластиковые бутылки, как одноразовые такие, чтобы не занимало место у меня. То, что мне может воронка понадобиться для других дел, где-то что-то перелить. А бутылка тоже подойдет временно фильтровать. И даже постоянно, не только временно. Дешево, быстро, и каждый сможет за пару минут сделать такой фильтр. Все, что надо, обычная бумага, обычная бутылка и немного ватки снизу, чтобы фильтр не прорвался. И все. Прошло немного времени. Большую часть раствора я отфильтровал. И часть золота уже вот задержалась на фильтре. Золото очень чистое. Я посмотрел. Некоторыми местами даже видна золотая пыль, отражающая свет. Вот он, этот осадок. Сразу видно, что он чистый. Видите, какой коричневый. То есть он такой желто-коричневый. Это весь осадок. Сейчас там раствор дофильтруется. И я это все сюда пересыплю, чтобы весь осадок задержался на фильтре. А также пересыплю с этого пузырька осадок золотом, который Сергей по моим видео сам получил дома у себя. Ну вот, все дофильтровалось. Вот золотой осадок коричневый. Это не только осадок из этих часов. Я из пузырька уже все пересыпал. Весь осадок на фильтре. И в следующем видео я буду перерабатывать вот эти вот детальки. Так что смотрите следующий обзор. А потом уже, когда выделю золото, буду все это вместе плавить, чтобы нормально сплавилось.
Так, проведем напоследок тест. Берем чуть-чуть железного купороса. Так, ну вот так вот достаточно, чтобы просто выяснить, есть золото, нету. Только сюда переставлю. Это раствор, чтобы перед тем, как его вылить, надо убедиться, что в нем нет золота. Так, добавляем. Ну, прекрасно, ничего нет. Реакции нет, ничего не помутнело. Ну вот и все. Все золото выделилось. Вот он осадок. Ну, получилось так, нормально. Сплавить, конечно, не получится в нормальную капельку. Ну, все равно 7 корпусов, это, если бы их было штук 20, тогда другой базар. А так, маловато. Но все равно, осадка была нормально. Концентрация все-таки в советских часиках и детальках куда больше, чем в современной технике. Так что имейте в виду, что такую технику и вообще такие детали, конечно, перспективно перерабатывать. Потому что вот здесь, к примеру, ну, получится, наверное, как, я не знаю, ну, может, как с тех 30 компьютерах. То есть, видите, как? Вот вам и советская техника. Если у вас такие детальки есть, разумеется, их ни в коем случае не выкидывайте и не продавайте. Если не хотите за даром отдать кому-то, а кто-то их потом переработает и получит золото. Можете сами все это сделать. Ну вот, прошло чуть-чуть еще времени, ничего нет. Раствор прозрачный, как был, так и есть. Ну, разумеется. А что с ним еще будет? Ну вот и все. Спасибо всем за внимание. На этом конец. Это первая серия. В следующем видео, как я сказал, чем я буду заниматься, а уже в паза следующем все это сплавим. Буду в следующем видео ловить выделившееся золото на этом фильтре. И потом уже концентрация станет, осадка больше, и буду плавить. Все сплавлю и отдам Сергею. Также он мне подгонит еще детали. У него еще есть, он сказал. Еще материала много, как он сказал. Так что, ну, я в основном буду перерабатывать только вот такие вот детали. Если он там мне будет давать какие-то на эти современные, я их не буду трогать. В них ничего нет почти. Что, если вот такие, без проблем. Всякие советские. Где концентрация более высокая. При маленькой концентрации пусть сам занимается. Ну вот и все. На этом конец. Результатом я, лично я, доволен. То есть все равно существенно было. Осадок вообще выделился такой, ну, самый зачетный, наверное, из всех. Ну это вот доказательство, что выпаривать раствор все-таки, как в Википедии вот написано, да, все-таки нужно. Я вот до этого в основном не делал этого, и осадок был какой-то вялый такой, он рыхлый какой-то, садился медленнее, мелкий. В этот раз выпарил раствор, потому что теперь есть вытяжка и могу наслаждаться работой. И результат сразу, осадок крупный просто. Вы видели, за секунды сел просто. За секунды. Теперь я буду постоянно так делать, то есть упаривать растворы, а потом уже восстанавливать. А это уже в следующем видео. Все, на этом конец.